При травмах, падении или резком движении может возникнуть повреждение суставов. В пораженном суставе наблюдаются все стадии воспаления. Это гиперемия, отек, местное повышение температуры. Выпад воспалительного экссудата в полость сустава с дальнейшим ограничением его подвижности и появлением боли при движениях. Боль, неприятные ощущения и эмоции, связанные с повреждением тканей. Болевые синдромы – одна из ведущих причин обращения к врачу в системе первичной медицинской помощи. Очень важно правильно подобрать препарат для лечения. Кетотоп пластырь – обезболивающий и противовоспалительный пластырь локального действия. После нанесения кетотоп пластыря на кожу действие препарата начинает проявляться уже через 2-3 часа. Механизм действия кетотоп пластыря связан с воздействием на фазы воспалительного процесса. Кетотоп подавляет образование таких медиаторов воспаления, как простагландины, лейкотриены, а также брадикинина, основного медиатора боли и воспаления. Преимущество кетотоп-пластыря. Единственный кетопрофен в виде пластыря. Фиксированная дозировка основного вещества. Нет случайной передозировки. В отличие от геля или крема, не оставляет следов на одежде. Не имеет запаха, как гели или крема. Применяется 1-2 раза в сутки. Активное вещество проникает в болезненные участки. Незаметен под одеждой. Ультратонкий, телесного цвета. Не содержит красящих веществ. Жизнь без боли и забот с препаратом «Кетотоп».